Здравствуйте! В эфире «Область культуры». В этом выпуске расскажем, какие песни исполнила благовещенская школьница на Всероссийском фестивале в Казани. Узнаем, как принимали амурские малыши артистов из Донецкой Народной Республики. Полистаем книги на двух языках – русском и китайском. Нарисуем дерево счастья и поздравим ребят, первых выпускников школы креативных индустрий. А теперь подробнее. Амурская школьница приняла участие в одном из крупнейших культурных событий в стране. Солистка образцового ансамбля русской песни «Смородина» Анастасия Смирнова приняла участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани. Всероссийская фольклориада проходила с 20 по 23 июня. Событие объединило почти 1200 мальчишек и девчонок со всей страны. Церемонию открытия провели в уникальном месте Казани, возле Дворца земледельцев. На уличной сцене состоялся масштабный трехчасовой гала-концерт. Единственная представительница от Амурской области Анастасия Смирнова исполнила песню «Я люблю свою землю». Также наша исполнительница выступила на концерте приветствий с русской народной песней «Субботея». Анастасия Смирнова, ведущая солистка ансамбля «Смородина» при Благовещенской СДШИ имени Марии Кнауф-Каминской. Талантливая ученица является 8-кратным обладателем гран-при международных конкурсов и 13-кратным лауреатом первой степени международных и всероссийских. На сцене Амурского театра «Кукол» выступили артисты из Донецкой Народной Республики. Труппа из Горловки впервые побывала в нашем регионе с гастролями. Сначала артисты приехали в Белогорск, затем в Благовещенск. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Сказок чудесных много на свете. Будьте внимательны, тихо сидите. Самое главное, не пропустите! История волчонка, который пытается обхитрить лесных жителей, один из самых любимых спектаклей ребят ДНР и один из самых мобильных. Всего 5 человек и минимум декораций. Главный прием – сделать зрителей участниками действа. Лежонок, давай мы с ребятами поможем посчитать тебе твою маленькую. А что? Ребята умеют считать? Ребята, умеете считать? Да! А давайте дружно медвежонку научим считать. Научим? Радовать зрителя у себя на территории ДНР из-за соображений безопасности артисты не могут уже 2 года. Поэтому предложение от Росконцерта и Минкультуры отправиться на гастроли по России приняли с удовольствием. Говорят, что дети везде одинаковые, главное быть с ними искренними. Всегда хочется взаимодействия со зрителем. Угу. Вот если он тебе отвечает и сразу переживает вместе с тобой, это все. У вас уже связь есть с ним. А секрет какой-то есть, чтобы установить вот это взаимодействие с детками? Открытость и откровенность. Да. Вот и весь секрет. Приезд коллектива из Донецкой Народной Республики стал возможен благодаря проекту «Большие гастроли». До Благовещенска артисты побывали в Якутске и Алдане. В Амурской области, кроме областной столицы, выступили в Белогорске и Екатеринославке. Самая такая дальняя точка, где мы были, это Республика Коми. Мы там участвовали в фестивале международном. Поэтому, конечно, это был для нас и вызов, и это было и почетно. Все-таки с одного края Российской Федерации уехать в другую. Мы практически воспользовались всеми видами транспорта, и автобусом, и самолетом, и паромом, и поездом. Это очень здорово, когда происходит обмен опытом, когда происходят встречи. Складываются дружеские отношения. Ну и, само собой, из новопросоединенных регионов это еще более здорово, потому что все-таки для интеграции в культуру нашей страны, в систему культуры нашей страны, это очень важно. Полезное чтение. В Амурской областной научной библиотеке открылась выставка книг о нашем регионе на русском и китайском языках. В подборке представлены различные пособия, монографии, альбомы, брошюры, каталоги. Выставка «Амурские издания на китайском языке» проходит в рамках 14-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Кстати, в этом масштабном событии областная библиотека принимает участие почти с самого начала, в 12-й раз. Как говорил великий Конфуций, что через культуру мы познаем другого народа ближе и быстрее.
И поэтому китайцы, когда к нам приезжают в гости, они очень часто заходят в библиотеку и просят показать книжки. На стендах представлены книги из фондов областной библиотеки, которые вышли в амурских и китайских издательствах. Помимо этого, здесь можно найти работы на двух языках от ведущих педагогов благовещенских вузов – Дальгао, БКПУ, АМГУ. Также в экспозицию вошли издания самой Амурской областной научной библиотеки, среди которых, например, сборники работ участников конкурса художественного перевода «Голоса друзей» и фоторассказ «На двух берегах реки Амур». Отдельно стоит сказать о книге «Наша победа». Она повествует об освобождении северо-востока Китая от Квантунской армии. В сборнике представлены рассказы российских и китайских авторов, в которых отражены как боевые действия, так и взаимодействие военных двух стран. Я считаю, что это самый яркий пример дружбы, близости и того, что мы очень трепетно относимся друг к другу, и что китайская сторона, они гордятся и чтут подвиг советского воина. Выставка будет работать до 30 июня. Однако и после закрытия все произведения из экспозиции можно получить для чтения, спросив о них у библиотекарей. Думаю, многие знают о денежном дереве, но немногие слышали о дереве счастья. Именно такое нарисовали участники мастер-класса в выставочном зале Благовещенска. Можно за основу взять вот такой круг и то есть расположение ваших предметов или просто каких-то фигур геометрических будет вот таким образом. Встретить настоящую любовь, получить диплом о высшем образовании, найти престижную работу – подобное желание закладывали в свои рисунки участники мастер-класса. Выставочный зал регулярно организует подобные уроки, где любой желающий может попрактиковаться в изобразительном искусстве. В числе таких – дерево счастья от художницы Анны Максименко. Этот мастер-класс я провожу уже, наверное, 2 или 3 года, и каждый раз его модернизирую. То есть, если сначала мы рисовали просто какие-то красивые декоративные деревья, то сейчас уже вот я говорю, что вкладывают свой какой-то смысл. Свои желания участники рисовали на бумаге. Среди художников были и те, кто ранее посещал такое же тематическое занятие. Говорят, у некоторых нарисованные мечты реализовались в жизни. Какие там были работы? В общем, кто-то мечтал о деньгах. Прям деньги рисовал. Кто-то там машину, прям конкретную машину. Кто-то там пентхаус себе нарисовал на дереве. То есть там, ну, в общем, безграничная была фантазия. Одна из участниц, Галина, является постоянной посетительницей мероприятий выставочного зала. До этого юная художница успела изобразить мандалы, разукрасить объемные фигуры, нарисовать собственный дизайн на шопере. Также на творческих семинарах девушка встретила интересных людей, с которыми общается до сих пор. Я однажды сидела, и ко мне подсела девочка. Она начала спрашивать, знаю ли я какие-нибудь фандомы, ведь я спросила у нее, что у нее за сережки. И мы с ней так хорошо разболтались, что подружились. Видя интерес к дереву счастья, в выставочном зале решили и в дальнейшем проводить подобные занятия. А вот о чем мечтают некоторые благовещенские подростки. Они рассказали сами со сцены АУДНТ. Там состоялся большой концерт, первый выпуск школы креативных индустрий. Ее воспитанники хотели бы реализовать себя в творческих профессиях. 109 ребят из первого набора школы креативных индустрий Амурской области завершили 2-летнее обучение. За это время они нашли себя в дизайне, фото- и видеопроизводстве, звукорежиссуре и звуковом дизайне. С окончанием учебы выпускников поздравила региональный министр культуры и национальной политики Надежда Даргунова. Каждому вручили свидетельство о дополнительном образовании, отметив благодарственными письмами лучших учащихся. И это все, о чем мы успели рассказать за 10 минут. Следите за культурной жизнью Амурской области вместе с нами. До встречи в следующих выпусках.